Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Tapping Gods. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Переходим по ссылочке в описании, скачиваем его и открываем. После того, как вы его открыли, нажимаем кнопочку Inject и ждем, пока мы заинжектимся. Также эта игрушка вышла совсем недавно. В нее очень много людей уже играет. И, естественно, чем больше людей играет, тем другие скриптеры делают лучше скрипты. Так, ну что же, мы заинжектились. Отлично. Вот это стираем. Оно нам не надо. И вставляем сюда скрипт из описания. И нажимаем Exclude. Все, вот он появился, как видите. Тут довольно, в принципе, много функций. Давайте начнем с первой. Автотаппинг. Ну, как видите, все работает. Также есть Faster Автотаппинг. Включаем. Ну, по-моему, побыстрее, но не намного. А если два включить? Ну, разницы, по-моему, мне кажется, нету. Также есть автоубийство босса. Угу. Босс уже убит. Окей, давайте идем к другой функции. Bring Games. Как видите, гемы тпхаются к нам. Мы их автоматически собираем и получаем. Как видите, эта функция тоже работает. Можно ее отключить, тут дособирать, которые дтпхались. И сейчас они пропадут. Так. На что здесь можно потратить гемы, мне вот интересно. Наверное, в магазине что-то купить. Давайте посмотрим, что тут есть. Так, да, гема тратится в магазине, но у меня пока таких сумм нету. Так, давайте включим пока что Faster Автотаппинг. Здесь вот у нас яйца есть. Самое дешевое 450. Угу. Так, давайте тогда быстренько сделаем 10 реберстов. Не знаю, хватит, нет? Да, хватило, отлично. Как видите, автореберсты тоже работают. Так, опять включаем. Сейчас я уже получаю намного больше кликов. Отлично. Так, и смотрим здесь название яйца. Starter Egg. Значит, идем сюда. Выбираем Starter Egg. Заходим в инвентарь. Давайте автоклики отключим пока что. Как видите, у меня питомцев нету. Включаем. Как видите, работает. Отлично. Мне кажется, если даже далеко будут яйца, по идее, это должно работать. Ага, а нифига. Да, нужно, короче, быть около яйца. Если вы далеко от него отходите, то, естественно, у вас открываться не будет. Так, давайте выключаем. И смотрим, что нам за питомцы выпали. Так, ну, самый плохой пассатом, я так понимаю, это рыба. Скорее всего, самый нормальный это собака. Окей. Так, включаем. Как видите, у нас заработок за клики еще больше стал. Также у нас появился босс. Отлично. Давайте сейчас проверим автокликинг по боссу. Но я думаю, он тоже будет работать. Так, включаем. И, как видите, я наношу ему урон. На этой площадке я сейчас один. Как видите, дамаг наносится. Давайте отключу. Как видите, перестал. Отлично. Значит, эта функция тоже работает. Также можно одеть самых крутых питомцев, которые у вас в инвентаре. И также можно, получается, снять всех питомцев. Давайте, в принципе, проверим. Ну, как видите, все работает. Очень круто. Music. Тут, получается, вы можете поменять цвет панели, который вас интересует. И кредиты, кто создал. Ну, в принципе, это не особо интересно. Ну, как видите, все функции работают. На этом, я думаю, буду заканчивать видеоролик. Кому понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.